Ребята, всем привет! С вами Виктория Мун. И наконец-то настало то долгожданное DIY, которое я вам обещала сделать. Это такие обручи-веночки, которые популярны уже второй год. Я вам покажу, как сделать это экономно, дешевле самому. И, в общем, без дальнейшей болтовни смотрим видео. Все, что нам понадобится для нашего офигеннейшего просто веночка, это, собственно говоря, сам обруч. Я заказала вот такие вот цветочки. Вот такие вот штучки, я не знаю, как их назвать. Вот вам поближе. Ну, в общем, вот такие вот штучки. И также я заказала вот такие вот ягодки с сахаром голубые. Я заказывала изначально фиолетовые, но их не было. Я выбрала вот такие. Не знаю, как оно будет сочетаться друг с другом, но сейчас посмотрим. Итак, приступим. Так, с чего мы начнем? Вообще, по идее, мне надо было купить железный обруч и сюда потом клейкой ленты вот так вот сделать, вот так вот обмотать. Но мне было жалко денег, мне было лениво, поэтому я взяла просто зеленый пластмассовый обруч. Так, все очень даже просто. Берем цветочек и... Так, и просто наматываем его на обруч. Не знаю, как у меня получится, потому что делаю первый раз. Но будем надеяться, все будет хорошо. Так, намотаем. Выглядит это как-то не очень страшно. Теперь беру Теперь берем нашу белую штучку. Я не знаю, как ее назвать. Вот честно. Вот так вот красиво приставляем. И делаем то же самое. Мы обматываем. Мы просто наматываем это все. И в принципе, наверное, это все, что можно посоветовать. Я решила делать без голубых ягодок. Поэтому делаем так. Берем цветочек дальше. Ой. Так вот. И дальше тоже наматываем в эту же сторону, так же самое. Главное нормально заматывать, и все будет добро. Надеюсь, что вам это видео безумно понравилось, ну или хотя бы просто понравилось. Поэтому мы ставим палец вверх, подписываемся на мой канал. Сияйте, мои звездочки, сияйте как можно ярче. А с вами была Виктория Мун. Пока!